Всем привет. Ну что, опять китайка, ребята, опять будем сейчас трешовать, ролить талантики, коробочки открывать и смотреть плюшки и акции. Так, это мы забрали с акцией. Сейчас я еще остальное заберу. Так, у нас, как видите, уже в избытке камни. Так, я не поняла, почему у нас места не хватает. Да, у нас уже места не хватает. Сейчас будем по чуть-чуть прокачивать. Так, открываем дополнительные места. Так, 190, ну, в принципе, 200 откроем, нам будет, должно хватать пока. Так, есть. Забираем это все. Что у нас сегодня было по акциям? Есть такая акция на покупку, где вы можете получить камни, редких героев, Анубиса забрать, скин на Анубиса, опять камни. Дальше идет у нас за 150 Фрея с коробочкой. Ну а дальше идет воодушевление и топовые руны. Ну, топовая награда — это повелитель бури и сет грубой силы. Так, а такие вот акции — это у нас как у нас за паки. Так, что еще? Это ежедневка. Также у нас коллекционер. Я уже в него поиграл, забрал Бигфута, Арктику. Самое со мной была Арктика, седну, к сожалению, мы не выбили. Так, помимо этого всего у нас есть еще одна акция. Новая, не знаю, я в нее не играл ни разу. Сейчас посмотрим. Тут вообще ничего не понятно. Так, что у нас есть? 20-300. 12 попыток, насколько я понял. А тут какие-то у нас есть сундуки. Я не знаю, правда, что, какой сундук дает. Давайте попробуем. Гоу. Хм, странно. Не дает. Непонятно, в общем. Так, ладно, давайте так приблизительно посмотрим. 16. Ну, давайте возьмем вот этот пак за 20. Я так понял, что это купить можно. Так, мы его взяли. А теперь мы можем крутить. Вот оно что. Вот так вот надо купить. Так, карта. И все, что ли? Нифига не понял с этой акции. Вообще ни хрена непонятно. Ладно, давайте посмотрим, что там нам за плюшки дали. Так, коробку это мы забирали. Какое-то непонятное, в общем. Еще частично руны дособирали, коробочку. Ну, давайте еще раз попробуем. Возможно, она мне начислила полностью все награды. Не знаю, короче, ребят. Что-то такое непонятное совсем. Так, хорошо. Побежали трешевать. Так, это мы забираем. Что у нас тут уже по колока, по КГшках? Уже 20 тысяч опять накопили. Так, дальше значки почета. Вот проблема это книги. Реально очень большая проблема. Так, это все понятно. По рунам мы можем уже 3 героев перевести. Этим мы займемся. Ну что, поехали трешевать. Давайте смены. Стойкость 4, 8. Это можно, в принципе, на Арктику пока поставить.
какую мы выбили. Так, где там она? О, 5-5. Это хорошо. 5-5-5-5. Так. Тут пятерка стоит. Троечка, но я пока качать не буду. Блин. Так, тут есть. У Дрейка есть. Рон. Очень, кстати, удобно то, что пооткрывали вторые талантики. Так, Вольта жалко, нету скина. Тут есть Бигфут. Так. Вот можно ведьме поставить, мы ее будем использовать. Вторая наша тыковка. Череп медуза. Так. Следующую можно ставить вольт и прокачивать его по чуть-чуть. Варлок Фрэнки. Хотя можно было и на Арктику ставить, но сначала ведьмочку надо прокачать. И на Рину можно поставить. В принципе, следующую можно и на Рину. Хорошо. Поехали дальше. Два, восемь, четыре, восемь. Ну что, коробочки. И... бум. Охренеть. Как же здесь офигенно падают эти таланты. Ну просто жесть, ребят. Ну я даже не знаю. Это просто жесть какая-то. Че у нас так не падает на русском сервере? Так, ну это интересный талант. Наподобие бога войны. Я уже даже не знаю, кому его здесь пихать. Сколько у меня этих героев. Так, разброс. Варлока у нас уже есть. Франки смысла нету. Давайте Рину поставим пока вместо Корки. Поехали следующий. И гуд. Просто офигенно. Каменка. Это то, что нам надо. Так. Знаете, кому я каменку хочу вкачать? Я хочу каменку поставить на Бигфута. Огненка, конечно, интересно, но хочу с каменкой потестировать его. Так, есть. Биг с каменкой у нас есть. Побежали дальше трешевать. Блин, супер. Просто супер. Ну, разбросик. Разбросик этот как-то так себе. Кому можно разброс? Ну, естественно, поставим Арктике. Разброс пусть у нее будет. Она нам нужна будет с разбросом. Возможно. Так. Ну, это, конечно, хрень полная. Так, что у нас тут? 5. Так, этих 6 у нас. Что у нас тут тоже у всех, в принципе, стоит. Можно пока ей поставить. И... бум, бог войны. Ну, ребят,
Как видите, блин, реально один хреновый талант, а то все просто топчик таланты нападали с коробок. Бог войны. Бог войны, бог войны, бог войны. А вот кому его поставить? Тут вопрос. Вопрос. Так. Афинка одна с этим, конечно. Дед. Гнев стоит. Этот вкачанный. Рамки нахрен не надо. Тут бог войны некрас у нас. С тем, что надо. Так. Череп. Бие. Поставим деду, у нас там они есть все равно. Вместо гнева вот так. Бог войны. Так. Ну, а теперь давайте некоторых героев подкачаем. У нас на троих уже есть. Так, на троих у нас уже есть. Кого мы будем качать? Давайте сейчас подумаем. Кто нам в ближайшем нужен будет? Однозначно Бигфут. Восемь. Так, дальше. Деда пока мы использовать не будем. Так, что тут у нас смерть вообще непонятная. Так. Череп. Рину. Так, Ронин. Блин, руны есть, а кого качать даже не знаешь. Так, Тесса смертельной. Можно было, в принципе, и бог войны поставить тоже. Так, это все понятно. Прокачано. Дед Мороз, малышник прокачанный. Блин, даже не знаю. Так, Некрос ожог. Некрос баст. Огненка. Ну, давайте Рину вкачаем. Интересно все-таки будет посмотреть на в такой сборке. Так, есть. И еще одного. И еще одного, одного. Это у нас будет... Варлок. Мы тоже его будем использовать на битве Гидли. Так, что у нас осталось? Смотрим. 3 таких и 7 таких. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Есть. 10. А этих у нас хватит 3. Да, вот как раз вложились. И можем еще одного героя сделать. На 8. Так, на архидемона героев пока нам рановато делать. Шапка. Как вариант. Валька у нас есть. Так. Рамки огненные. Так, Некрос один, Некрос второй. Да пофиг, давайте вкачаем. Рано или поздно все равно будем им трешивать. Так, есть. Ну вот, в принципе, вроде так ничего прокачали. Что у нас по слизням есть?
Так, 30 это плюс 900, плюс тут еще несколько их есть, да? Плюс КГшки есть. Так, хорошо. Хорошо. Кто нам реально нужен? Купидон. Докачать надо однозначно. Восьмерочка. Так, и у нас есть на 900. 900. Так, тут дерево с семеркой, пока нам его хватает. Фрея. Фрея. Минотавр на максималке, ворожей. Хранитель. Давайте хранителя будем качать тоже в топ. Нам они нужны будут. Так, заберем. Или может, давайте все-таки Анубиса будем подкачивать. Он у нас сейчас уже как десятка. Блин, сложно. Пусть пока будет десяткой. Я, знаете, кого лучше вкачаю? Начну качать. По крайней мере, это будет у нас. До атаки фартов у нас 2 недели. В принципе, мы там докачаем некоторых героев. Давайте начнем Бигфута качать. Тоже нужен нам очень будет. Так. Вот так вот посливаю. Восьмерочка. И повелителя надо тоже прокачивать. Так, есть. С этим мы разобрались. Ну что, давайте попробуем. Так, есть. Купчик есть, ворожей есть, Афинка. Так, тыковка, вместо тыковки поставим Фрею. Давайте попробуем А-волну. Получится или нет, хотя бы разок. Хранитель у нас уже просто пропал. Да, тут, конечно, нас жестко, жестко очень раздали. А нам рановато, ребят. Ну, в принципе, думаю, все. На сегодня хватит трешечка. Вот такой вот у нас был обзорчик и прокачка аккаунта. Дальше подписывайтесь, обязательно ставьте лайки, пишите комменты. Всем пока.